Бип-бип! Опасные ситуации на дороге, к сожалению, возникают не только из-за нас с вами или окружающих, но еще и из-за погоды. На нее мы повлиять не можем, но можем к ней подготовиться. Как удержаться на дороге в условиях гололедицы, возможно, колеи снежной? Обо всем этом сейчас поговорим. У нас в студии появился гость Дмитрий Осин, шеф-инструктор спортивного и контраварийного вождения гоночной трассы. Неоднократно, между прочим, победитель и призер соревнований по автомобильным, кольцевым, ледовым гонкам и гонкам на выживание. Вот нам очень хочется гонку на выживание устроить доброе прямо утро, сейчас, да. В конце, чтобы все выжили и у всех были полезные советы. Доброе утро. Доброе утро. Что же может произойти на дороге в условиях гололедицы? Первое, это, наверное, просто занос? Занос, да. Как действуем в этой ситуации? Куда рулим? Я вот научился уже держать правильно руль. Спасибо. Вот мне сказали, что руль надо держать правильно, Дмитрий. Вот, но без 10-2. Вот, это устаревшее. Да? То есть на самом деле 9-3 сейчас надо держать. Ну, моим правам уже 8 лет. Все современные эксперты однозначно говорят, руки надо держать 9-3. Угу. Ну, то есть вот так. Да, так чуть примерно. Ниже, не, да, не без 10-2. Да, это устаревшая 10-2. То есть 10-2 это автомобили там старой, скажем, конструкции, формации, где не было усилителя руля и было очень много оборотов. То есть сейчас все современные автомобили. Тогда правильно, я на таком училась. Руль 9-3, потому что в этом положении мы максимальный угол можем получить. Поворота, да, руля, то есть это больше, чем 10-2. Это во-первых. Во-вторых, у нас, если мы правильно держим руки, у нас, обратите внимание, рука при большом угле раскрывается, нижняя. Да, и... вот. Но большой палец держит. У нас фиксирует видно руль на спице. То есть а это как очень перехватывать, важно. Если приходится все-таки перехватывать? Вот если перехватывать, то при повороте направо, да, то есть мы правую руку поднимаем, палец. Спице, да. И ставим, вот у нас специальный маркер, есть, да. Да, это чтобы разучивать. То есть вот так вот мы не перехватываем? Нет, это силовое руление, оно очень медленное на самом деле. То есть нам надо именно скоростное руление. А в какую сторону мы рулим? Ну понесло, там же такое хаотичное движение, ты не всегда ориентируешься в нем. Какие есть правила? Во-первых, правило не создавать сложности. Это самое простое правило, это все стандартные вещи, которые все говорят. Потому что это подвержено все законам физики. То есть, если у нас начался гололед, у нас сила трения на колесах меньше в 30 раз. Ого. Вот для того, чтобы это представить, там человек получал зарплату там, 30 тысяч в месяц, стал получать 1000. Да, это сразу критическая ситуация, это надо просто осознавать. И в связи с этим выбирать скорость и дистанцию. Ну вот моделируем ситуацию. Например, на перекресток выехал Руслан, не учел свою скорость, начал поворачивать и чувствует, понесло. То есть несет заднюю часть машины в правую сторону. В правую сторону. Значит, руль надо тоже крутить вправо. Значит, то есть, выруливаем сюда. Ты поворачивал налево, задняя часть пошла вправо, и ты тоже надо корректируешь вправо, да. То есть, как сильно, как много надо покрутить. Куда поворачивается задняя часть машины, туда ты поворачиваешь руль. Да. В эту сторону. Да. Если мы оказались в колее снежной, у меня у самой была такая ситуация еще на ранних годах вождения, когда была ужасная, вот прям вот такая снежная колея. У меня, не помню, передние или задние колеса выбросило из колеи, меня закрутило. Я оказалась в сугробе, и я была в этом сугробе третья за 2 часа. То есть там была такая жесткая колея, что там действительно очень опасная ситуация. Ну, на самом что деле, делать? Ошибка была на стадии выбора скорости. Выбора дороги, мне кажется. Если есть колея, да, и... ты как бы едешь по колее, то надо понимать, что машина очень легко попадает в резонанс, то есть когда одна часть борта колеи отталкивает передние колеса, а другая часть в другую сторону толкает задние, и машина очень резко на это реагирует. И здесь правильно держать руль, и в начальной фазе это надо гасить вот резким быстрым движением. Если вы запоздали, то уже дальше сложно что-то сделать. А какое это движение? Давайте покажем. Вот быстро. Раз, быстро. Прыгнуть назад в эту колею. То есть скорость должна быть медленная. У меня медленная скорость и спасла, что обошлось и без повреждений машины, и без пострадавших, просто испугом. Но не очень приятная история. Есть же совет, что вообще чуть ли не отпускайте руль в колее, что еле-еле придерживаетесь. Вообще никаких ситуаций руль, мне кажется, очень неправильный совет.
Это действительно есть такие рекомендации в сети? Вы думаете, я не гуглила после этой ситуации? Я поэтому и спрашиваю эксперта. У нас эксперт, да. В интернете очень много советов, которые не стоит выполнять. Нужно ли учитывать привод машины, когда мы оказываемся в сложной дорожной ситуации? И как-то по-разному действовать, если задний привод, на передний привод? Ну, на самом деле привод автомобиля очень вторичен. То есть это только реакция на газ. И то современные автомобили, которые оснащены системой трекшн-контроля, ну, то есть ограничением тяги, они практически все одинаково реагируют, независимо от типа привода. То есть мы даем газ, и электроника не дает ведущей оси буксовать. Получается, все машины просто слушаются руля, если мы им правильно работаем. Еще какие советы, если вы чувствуете, что машина едет не совсем туда, куда вам хочется? Какие-то популярные такие ситуации зимой. На самом деле, самая простая ситуация, которая выполнима водителем любого, скажем, уровня квалификации, да, это, то есть, если вы понимаете, что ситуация у вас вышла из-под контроля, то надо нажать на тормоз. Это связано с тем, что, опять же, современные автомобили оснащены АБС, и очень часто это делает стабилизирующий эффект. Это первое. Второй момент, если ситуация уже не контролируете, вы не управляете автомобилем, то есть торможение в любом случае замедляет машину, и даже если мы где-то закрашимся, то скорость столкновения будет меньше. Это однозначно. А вот по поводу торможения, ну то есть АБС-ка сейчас почти везде, да, есть, вот, берем ее так за скобки. И, соответственно, тормозить можно в пол. Сразу в пол. Как в колы, да? Да, в колы. Это очень важный момент, потому что многие, услышав срабатывание АБС, особенно девушки, да, почему-то бросают педаль тормоза. Более того, у меня буквально недавно вот ученица была. Она рассказала ситуацию, которая на днях вот произошла, первый снег был в Красноярске, да, она говорит, я нажал на тормоз, впереди машина остановилась, и, ну, то есть АБС, работа АБС вызвала ощущение, что машина не тормозит, я нажал на ручник, ну, там, ножной ручник рядом, ножной. Да, она нажала на ручник, и ее развернул там на 360, и в соседний ряд она выпала, благо, что там никого не было. То есть она не без столкновения. Очень да. опасная ситуация. Да, мы потом поотрабатывали с ней торможение, ну, естественно, на безопасной площадке, и она убедилась, что это было очень глупое решение. Ну, то есть надо нажимать тормоз. Она тоже это, кстати, в интернете прочитала. Один из про советов. Ручник? Да. Вот количество вредных советов, оно зашкаливает. Еще есть какие-то популярные, которые мы можем сейчас развенчать, чтобы никто так не делал? Мифы о управлении. Очень, на мой взгляд, вредный совет – это обруливание препятствия. То есть, вот говорят, там увидел помеху, обрули ее. То есть, и очень многие этого придерживаются, выходя при этом навстречку. И можно потерять машину в этот момент. Ну, потерять машину. Ну, управление, имеешь в виду. Да, управление. Понятно, термин автомобилисты все понимают, потерять машину. То есть при столкновении с встречным автомобилем последствия гораздо хуже и с юридически, и физически, чем столкновение с попутной машиной. То есть скорости суммируются, и результаты гораздо хуже. Поэтому обруливать не надо. Обруливать, то есть надо, надо тормозить. Да. Тормозить. И опять же, как тормозить, мы теперь тоже знаем. Да, да. На трассе поведение как-то меняется, если гололед, или мы более-менее одинаково ездим? Надо больше дистанцию. В городе на самом деле сложно ее держать, потому что как только мы нарастили дистанцию, кто-то там пытается вклиниться в ваш ряд, но других на самом деле вариантов нет. И нужно быть очень осторожным, внимательным и стараться не отвлекаться на гаджеты. Это... Просто среднестатистическая вещь такая, да, то есть когда мы слышим звонок и просто смотрим, мы 1.5 секунды не смотрим на дорогу, то есть просто посмотреть номер. Это за 1.5 секунды при скорости там порядка 60 км в час вы проезжаете примерно высоту 9-этажки, вот вы ее положите, эту 9-этажку, вот, да. Вот такое количество расстояния вы проедете за это время. Это да, действительно без контроля. Статистика это ужасная. На самом деле, да, очень большие риски создает. Ну, зарядите каким-то обращением наших зрителей на контр-аварийное вождение. Будьте внимательны на дороге, плавны в управляющих действиях. Это касается руля, газа, тормоза. И будьте, ну, очень внимательны.
И перешлите это видео с нашей площадки на Ютубе вашим знакомым, которые находятся за рулем. Очень часто в этой аварийной ситуации мы с вами не можем найти сами информацию, а где-то вот на подкорке она есть, когда-то услышана, и в нужный момент пускай она вам и вашим близким пригодится и спасет вам и жизнь, и здоровье, и ваш кошелек, и ваши нервы. Спасибо большое. Пожалуйста.